Всем привет! И снова мы. И снова мы в ИТ Нижний Новгород. Сейчас мы вам постеры все покажем. Не знаю, я считаю, что мы уже все постеры показывали 10 раз, но мы показывали... Мы показывали только в том случае, когда это было новинкой. Да. Короче, мы пришли к выводу, что отдельного обзора по постерам нет. Вы просили, мы сделали. Как бы бумагу. Постеры? Пожалуйста, у меня все, я ушла. Пойдем. Блин, потом подниму. Давайте начнем с того, что для дистанционных покупателей не всегда понятен такой момент. Что такое постер? Друзья мои, постер – это картина. Например, в Хоффе постер – это то, что натянуто на раму. В Икее постер – это тоненькая бумажка, которую обязательно нужно положить в рамку. Либо повесить, сейчас пока дойдем, на специальные держатели. Потому что просто так это будет бумажонка. Постеров на самом деле у Икеи тьма. Если заморочиться, можно сделать все гораздо дешевле, найти картинку хорошего качества и распечатать. Поэтому постеры лучше покупать, когда на них скидки. Набор из 3 штук, постер бильд-цветы, размер 30x40. Вот такие вот, как карандашный набросок постера. 250 рублей, набор из 3 штук. Тут стеклом оно отражает. Че, можете? Может быть, давай бумажным покажем? Давай, просто здесь они перепутаны, я не все смогу найти. Что так долго как-то? Все равно отражает? Давай через стекло, потому что тут... Еще больше, да? Там тоже хуже. Ясно. Ну, в общем, лучше вот. Так. Постер 40x50. Автор Ванесса Фунт. Розовая лошадка. 150 рублей. Татьяна нас сегодня жару дает. Там так. Жить невозможно. Постер Эдельвик с макарошками. Размер 30x40, 150 рублей. Вот это, кстати, интересно, да? Для какой-то кафешки. Ну да. Вот это вообще апофеоз. Постера 349 рублей. Символы Скандинавии. Три штуки. 40x50. Ты сам дорисуешь, если надо. Постер, кстати, вот здесь уже поплотнее бумага, 299 рублей, 60x90, карандаши, жопки карандашей. Ну, сразу скажу, рама стоит гораздо дороже, чем постер. Она то и придумана. Набор из 3 штук, новинка постеров, нам понравилось. Очень напомнило наше семейство. 40x50. Уйти? Да. Набор из этих трех картинок стоит 350 рублей. Ну, вот это вот интересно. Тоже из 3 штук. Линейка называется «Игра». Черно-белые постеры. Часто берут в детскую малышам. Мой телефон дрывается. Я не знаю. Постер 3 штуки. А где? А, вот они. 399 рублей. Угу. 50x70. Слияние линейка. Мужчина-волк. Женщина-лиса. И женщина-птица. Ну, кстати, красиво. Вот теперь смотрите, мы с вами детально посмотрим, что такое постер. Вот, то есть это бумажка. Вот такая вот бумажка. Есть еще вот такие бамбуковые держатели для постеров, но имейте в виду, что края все будут заминаться. Но если их не трогать, будет. Если не трогать, да, повесить, то будет хорошо. 349 рублей набор из 2 бамбуковых держателей для постеров. Вот такой набор из 2 штук постеров. Автор Глинуэт, сердечки животные, стоят 249 рублей. Сердечки животные. Есть еще вот такие, у Икеи периодически возникают интересные открытки. Вот таких 3 открыточки за 29 рублей, розочки. За 29 рублей даже печатать ничего не будешь. Возьмешь, вставишь, будешь пользоваться. Так, давайте теперь здесь полазим, то, что не представлено. 199 рублей, набор натюрмор, 2 штуки. —
Давай будешь вертикально, а то отражение от ламп идет. Так? Ну хотя бы, да. Набор натюрморт. Набор ботинки. Ребят, не у всего есть сцены. Здесь и подперепутано. 249 рублей набор стоит из вот таких постеров. Ботинки. Нет, мы все-таки положим его на место. Натюрморт тоже положим на место. Заодно разберем. Здесь должен быть постер с макаронами. А макарон только одна? Ага. Тебе макароны нужны? Нет. Так, цветочки. В общем, здесь, конечно, разобрать. Нечто здесь, бардак. Пусто. О, бабочки. Ребят, цену не вижу, вообще ничего нету. Но раз один, я думаю, в районе 150 рублей должен быть. Потому что розовая лошадка. Стали, эти мы показывали. Розовая лошадка стоит 149 рублей, они одного размера. Так, буквы мы вам показывали. Это показывали. А, вот такой не показывали, да? Граффити. Три постера. Пока Дим снимает, я пытаюсь найти, не знаю, современный Ларсон. Что-то похожее я в школе рисовал на последней партии. Да? Да. За место уроков. 349 рублей твоя художество на последней партии стоит. Эх, пропал во мне художник. А, вот они, бабочки. 129 рублей даже бабочки стоят. Я, кстати, параллельно ищу. Сегодня девушка попросила постер привезти, но я его не вижу. Так, ну, в общем, по картонкам все. Картины идем показывать? Да, конечно. Пришли мы к выводу, что плотность ткани у икеевских картин стала хуже. У нас есть очень старый. Сколько картин? Лет 8. С офисом у нас? Да, лет 8-9 точные. Короче, ну, чуть попозже, чем офис появился. Мы их покупали, и гораздо плотность... Ну, даже трогаешь, она жиденькая, жиденькая. В общем, вот очень такой... сильно надо натягивать, кстати, очень сильно. Да, чтобы оно прям вот... Но при этом, смотри, сильно натянешь, раму видно. У нас вот хорошо натянуто, но раму не видно. А нет, здесь... нет, это не из-за этого. Тут люди вот так вот делают, и это остается. Понятно. Ну, это уже наш пальчик. С пальчиками, как, тут даже видно, видишь, Бор, вот. С пальчики. Людям вот интересно. Такой вот красивый олень стоит 1500. Холст Бьоркста, к нему обязательно нужен... Либо металлический каркас, стоит он 2200, либо муж с руками, 4 рейки и 2 гвоздя. Это Дим специалист расскажет, если надо. Да. Готовые картины Пьетерит. Такой вот морской пейзаж. 2300. У этого товарища цены нет, судя по всему, нет в наличии. Кстати, на ткани и вышивка. Олени всеми любимые, очень красиво смотрятся. У меня есть фотографии живого интерьера клиентки. Кому интересно, могу в личке поделиться, потому что просила не выкладывать. Ну да, прям рыхленько стало. Холст Мост 3500, 2 на 140. Это, кстати, не самая большая картина в Икее, есть гораздо больше. Ночной город. Огни Нью-Йорка тоже 3500. Такси Нью-Йорка. Мы уже где-то разговаривали про эту картину, по-моему, в Турции. Или в обзоре на видео. Она уже это, продолжительное время продается. Да, она давно уже в продаже. Стоит 2300. Вот такие картины готовые, они уже на рамах. Кстати, когда Икея продает готовые рамы, пожалуйста. Это все из деревяшечек сколочено. Это не деревяшка, это даже бумага. Рисованная. Серебряный олень, кстати, в продаже есть. Просто ценника нет. А, нет. Серебряный олень, который был с, вот, с вышивкой на той стороне, стоит 1500. Что-то как-то у нас бардак в отделе. Фиг, что-то не найдешь.
Вот смотри, что нашла: постер для раскрашивания 91/61, люди и вещи. Стоит аж 500 рублей. Блин, ну не знаю, я за 500 рублей больше разукрашку детям куплю. Да почему? В принципе, детям можно. Есть специальный клеевой край. Цепаете на обратную сторону, клеите на стену. Здесь вот детям, что на Новый год надо подарить. Карандаши в комнате закрыть, да? Да, на Новый год. Так, а рама уже с постерами готовыми. Любимые киевские лошадки. 1500. Рамка напоминает Рибу. Здесь тонкое оргстекло. Рама с постерами. Вот это, конечно, красиво. Ой. Солнышко. Деревенько. 2300. Если изображения не нужны, пожалуйста, их достаете и вставляете свои. Бьоркста розы и Бьоркста маки. На маке ценника нет, розы стоят 1000. Розовый неон называется. Небоскребы. 2300. Когда, ребят, написано картина, значит, она уже на раме. Когда написано холст, к нему еще нужна рама. А, кстати, маки, вот они есть, стоят 2000. А цветы и розы были холстом, стоят 1000. А дальше гноби. Очень любит у нас эту линейку в Саранске. На самом деле красиво, нежно смотрится, да, Дим? Да, хорошая серия. Здесь и качество само. Кстати, вот здесь вот более-менее похоже на старое покрытие. Ну, как раз на всю квартиру, мне кажется, и на прихожку, и на спальню. Да. Либо большой коридор. Ну, это же галерея. Красиво. Сейчас вот сюда бы. Вот сюда бы. Нет. Работай, негр. Дальше картины. Бабочка 1300. На маяке нет цены. Набор из двух штук. Пастель 2000. Пейзаж в бежевых тонах. Автор Пол Дункан. 900 рублей. Кстати, прилично смотрится. Можно на подарок даже. То есть именно эффект масла, да? Ну да, я сначала подумал, что масло. Нет, оно все напечатано. А, девушка в цвету. 2300. Тоже популярная в Саранске. Это, ребят, все картины с рамами. Ой, степной ковыль. Кстати, вот как выглядит дорога в Крыму, примерно в Евпатории, к морю, да? Только здесь еще поэстетичнее. Песочные дюны. 3400, но вот прям небо и земля, вот тоненькая. Лес 3500, но называется сейчас не лес, а лань. 20/140. Солнечные лучи. Карта мира тоже 3500. Даже карты мира стали другого качества ее печатать. Она прям вот резиновая, мне даже жалко. То есть за те же деньги раньше можно было более толстую. Ну, обозначь, смотри, рамку можно сделать как внутри, так снаружи. И цвета два сейчас, да? А, три. Белый, черный, алюминий, да. И можно сделать вот так снаружи, а вот так внутри. То есть это натянуто на раму. Эта рама и закрыта сверху. Когда хохота интерьер освежить, можно вот. Можно, да, поиграться. Не меняя картину, поменять. А холст, смотровая площадка 2040/140, 140/100. А потом 140/56, лесная поляна 2. Здесь даже интересно, как называется. Мечта. У кого-то вот такая мечта. 2000 стоит холст. Рама, ребят, начинается от 2000. Поэтому лучше... Ловите распродажу. Да, или ловите распродажу, оценку, либо сами. Вот такие еще очень хорошие картинки. Сейчас мы их найдем. А, вот они на стенах. Дим. Морской овес. Сделано в Польше. То есть нанесено изображение вот на такие дощечки. Не рам, ничего уже придумывать не надо. Цена 369 рублей. Получается, сейчас есть ковыль. Такие вот фридены, это подполки. Были такие полки в продаже, они, по-моему, еще... Нет, сейчас нет, их уже не вижу.
вот такая роза, цветок называется, тоже 369 рублей. Вот такой Good Morning. Комикс. Да, это примерно комиксы. Все это запаковано с уголочками, ничего не поцарапается по дороге. Вот тоже очень хороший набор, когда по скидкам бывает, мы их по много привозим. Животные 25 на 25, то есть это такая, да, Скандинавия, славянизм, красиво смотрится, кажется, как будто на дереве, на самом деле все то же самое, как у тоненьких, только они потолще по объему. А вот они все. Пьетерит из трех штук 1700, но уже холстовой. В общем, вот все-таки вот для себя сейчас сделала вывод. А натянутые, ну, гораздо лучше качество покрытия самого. Но вы с ними уже ничего не сделаете. Вот они как выглядят. Хотя, в принципе, можно, да? Мебельный степлер. Скажу сразу, с первого раза не получится натянуть аккуратненько. Нет, это уже готовый на тягушке. Ну, если хочешь поменять, каркас оставить, холст другой. Так, дальше холсты. Акварель 1500. Прям. Мазки 2000. И последующие, ребят. Японская волна 2000. И одуванчик тоже 2000. Все, картины кончились. У нас картины икеевские везде. В офисе, дома, во всех комнатах. Но мы всегда берем по распродаж и рамы, и сами картины. И, ну, и у нас они все из старых коллекций, они все такие плотные. У нас есть зебры, девушка, а в офисе абстракция. У нас еще три, как бы это как... В музее есть как... Хранилище. Да, да, Дима любитель таких вещей. Мы когда приезжаем, мы сначала один в тихушку идет в оценку, и каждый раз какую-нибудь картину выволакивает. Да, у нас в не в хранилище, там по-другому называется. Да. Хранилище, архив. Нет, не архив. Вот это не хранилище, когда нас в Ирбите на мотоциклетном заводе пускали, да? Вот. Это слово он говорил, а мы забыли. Запасник. Во-во. Запасник. Да, да. Короче, у нас есть запасник. Опять скажу, сейчас кривляться начала. На самом деле уже подустали. Друзья, по картинам все. Мнение свое сказала. Холсты испортились по качеству. Говенные стали. Нет, они не испортили. Подсохли, потоньше стали. Ну, сама цветопередача вроде то же самое. Как пакс, который ты собирал неделю назад, да? Да, кстати, ребята, пах по стеклам, пакс под стеклом тоже усох. Тоненький, и по стеклам, тоненький. И по каркасам. По всему усох. Стал более рыхлым, да, более живым. Не рыхлый он, более глазурованный, я вот так, по-моему, понял. Покрытие другое, да, стало. Да, да, и да, более, да, нежное покрытие стало. Чуть лишнее. Более хрупкое. Вот так. Да, более хрупкое. Чуть лишнее телодвижение, и... но при этом вес увеличился гораздо. Ну, тяжелее стали даже каркасы по самому весу, по номенклатуре. Опять нас уж унесло в сторону. Ребят, какие картины есть у вас? Как вам в эксплуатации? Нравится, не нравится? Вот меня, если спросить, я киевские картины люблю. С них шикарно стирается пыль. Вообще с ними ничего не делается. Не выцветают. Вот у нас самая старая картина, вот мы сейчас выяснили, да, около 9 лет. Ничего не произошло. Все в идеале. Рекомендуем. Да, рекомендую. Но если это распродажа и уценка. Да, потому что за полную стоимость дороговато. Не, ну за полную стоимость, извини, я лучше в рекламное агентство схожу. И напечатать такого качества, ну, картинку. Надо в хорошем разрешении, во-первых, найти. Ну, проблема, нужно найти картинку. Да. Короче, каждый выходит из положения сам и делает так, как ему удобно. У нас все. Рады быть для вас полезными. Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы с нами общаетесь в комментариях, задаете нам вопросы. Мы вас очень любим, ценим. И пойдемте уже из 20 тысяч переходить на 30 тысяч. Просим прощения, то, что мы немножко поспорили. Да, кстати. Людям это не нравится. Ну, мы не спорим, это в таких спорах рождается истина. Все, всех любим, пока. Всего доброго.